Сегодня в районном суде Екатеринбурга продолжился процесс над бывшим шеф-редактором таблоида «Урару» Оксаной Пановой. Она обвиняется по нескольким статьям, в том числе в вымогательстве. Это когда сначала пишутся негативные материалы, а потом их тон резко меняется за деньги. Из зала суда сюжет Романа Марьяненко. Это третье судебное заседание. Едва разместившись в зале, подсудимая и ее адвокаты требуют остановить процесс. Защита недовольна, что в суд явились не все потерпевшие. У нас приходят, не приходят потерпевшие, происходит какой-то театр абсурда просто. Однако ни прокурор, ни судья требования это не поддержали. Был определен порядок исследования доказательств. С учетом явки в судебное заседание вызываемых лиц, этот порядок корректируется. Это абсолютно нормальное явление. Потому что совершенно очевидно, что кто-то находится в отпуске с выездом. Коллектив ОТВ мрачнее тучи. Гендиректор сокращает зарплаты подчиненным, чтобы самому стать богаче. А это как раз потерпевший директор Свердловского областного телевидения Антон Стуликов зачитывает заголовки статей. Такими материалами Панова и ее скандальный таблоид пытались дискредитировать канал и его руководство. Факты, отмечает потерпевший, акулы пера брали буквально с потолка, а потом Панова вдруг предложила компромисс. Суть была такая формулировки и требования Оксаны Рашидовны, что пока нет, что если не будет никаких отношений, имелись в виду финансовые отношения, то есть выплата денег, то, значит, соответственно, продолжится вот этот негатив в адрес областного телевидения, ну и меня лично. Чтобы телеканал не терял репутацию инвесторов, Антон Стуликов согласился платить по новой 300 тысяч рублей ежемесячно от рекламных доходов. Он подписал шеф-редактором «Урару» договор. Панова уверяет, негативные статьи писала с учетом своего журналистского мнения. Но факт остается фактом. Как только ОТВ стало платить, заметки стали позитивными. Вся эта журналистика шантажа, да, не журналистика мнения, не журналистика факта, а журналистика шантажа, она должна быть открыта, все должны это увидеть. И не в интерпретации Оксаны Пановой, когда она бегает по Москве и кричит, да, что там, ах, душат свободную прессу. Какая свободная пресса? Значит, вопрос идет совершенно об экономических вопросах. Всего ОТВ заплатила Пановой более 3 миллионов. Надо еще подсчитать сумму, признался Антон Стуликов. А у Оксаны Пановой сегодня другие цифры. Ей инкриминируют еще злоупотребление должностными полномочиями и многомиллионное мошенничество. Пановой грозит до 15 лет тюрьмы. Роман Марьяненко, Александр Плюснин. Информационная программа «День», Екатеринбург.